Друзья, я вас приветствую и надеюсь, что объявленный карантин вы проводите дома со своей семьей, выполняете все предписания врачей, властей, относитесь, в конце концов, серьезно к себе и близким. Это очень важно, и только если мы все вместе взятые представим себя в качестве такого единого симфонического оркестра в оркестровой яме, только тогда мы извлечем гармонию и совместными усилиями одолеем эту заразу, свалившуюся на наше человечество. Сейчас не время ездить в гости, лучше гостить по скайпу, как это сделал я сегодня с нашим сегодняшним гостем, артистом, музыкантом, президентом Международного фонда Арну Бабаджаняна, Арайком Бабаджаняном. Здравствуйте, Арайк Арнович. Здравствуйте, добрый день. Привет всем. Как вы проводите карантин? Ну, наверное, так же, как и все. Стараюсь из дома не выходить по мере возможностей. Да, вот. Читаю, смотрю телевизор, работаю с компьютером. Вот. Наверное, так же, как и все другие люди. То есть вы нашли свой плюс в этом деле, да, в карантине? Ну, конечно, конечно. Надо всегда из всего извлекать такую возможность, чтобы было тебе прежде всего комфортно и твоим окружающим с тобой людям. Да, главное, чтобы это все понимали. Арайк Арнович, впереди предстоят ряд знаменательных дат, которым вы причастны, о которых мы сегодня поговорим. И хотелось бы начать с фильма. В ноябре ему исполняется 45 лет. В ноябре этого года фильм «Невеста Севера», где вы играли главную роль в созвездии знаменитых армянских и российских актеров. Какие у вас воспоминания о съемках этой картины? Ну, знаете, воспоминания очень такие теплые, светлые. Добрый. Фильм вообще добрый получился. Никто не ожидал, что будет иметь такой он успех. Вот сколько времени? 45 лет, да, прошло. Уже прошло, потому что начинали снимать его в 1974 году. А он как бы вот до сих пор востребован, его с удовольствием смотрят. Даже многие цитаты разошлись в народ, да, все знают, да, кто какой персонаж, как говорит по разным случаям. Так что самые такие светлые воспоминания, наверное, может быть, о молодости, о работе с такими замечательными артистами, которые были представлены в этом фильме, и память о режиссере, и съемочной группе. Ну, в общем, можно об этом много очень говорить. Сколько вам было лет на то время? 23-24 года, вот так. 24, да. Начали снимать в 1974 году его. Вот, летом, и уже потом как бы вот доснимали там сцены в павильонах и озвучивали. Угу. Ну, это получается в 75-м году только премьера сама состоялась на экранах. Да, в 75-м как раз была премьера в Доме кино, я помню, я тогда в армии служил, меня отпустили вот на эту премьеру в Доме кино, было очень так приятно, волнительно. Как сослуживцы отнеслись к этому? Вы со сослуживцами ходили на премьеру? Нет, вряд ли, потому что ну, кто-то же должен в армии служить. Меня отпустили по такому поводу, а сослуживцы, они как бы продолжали службу. Но мне, знаете, я служил, я считаю, что очень хорошо, очень хорошее время было. Это был ансамбль песни и пляски Московского военного округа. Потому что по окончании института вот год я отдал долг родине, служил в этом ансамбле. Ясно. Скажите, вот хотелось бы тут еще напомнить, так совпало, что наше интервью с вами состоялось в такой трагической тоже дате. На днях не стало народной артистки СССР Инны Макаровой, сыгравшей мать Вали, Наталью Семеновну Гребешкову. Несколько лет назад у меня было с ней интервью для газеты «Московский комсомолец». И, как сейчас помню, она высказалась о вас так. Очень талантливый мальчик. Я не стал ее переубеждать, что вы уже давно не мальчик. Вот, тем не менее, как вам работалось с ней? Какова она была
на сцене, вот как актриса, как человек? Знаете, мы с ней сталкивались на съемочной площадке, если мне не изменяет память, 2-3 раза. То есть это была сцена там, где мы уже улетаем в Армению, сцена там, где вот мы на крыше, и третья сцена – это вот когда мы приходим после ресторана домой, и когда она говорит, что у меня для вас дочери нету, да. Ну, знаете, очень, вообще съемки очень хорошо проходили, хорошо в том плане, что какая-то очень такая была теплая домашняя атмосфера, очень доброжелательно все относились друг к другу. Вот, и, ну, Инна Макаровна, я ее знаю, люблю очень, как артистку, большого очень артиста, да, вот и фильмы, если вспоминать, и «Высота», и даже в «Девчатах» она играет, такой характер. Ну и много-много фильмов она снималась. Кстати, недавно, уже лет 10, наверное, прошло, был вечер, посвященный ей, в доме, центральном доме кино меня пригласили, и вот я как раз вот вспоминал, говорил о съемках в этом фильме, и я говорю, мне очень приятно, потому что Инна Макарова, она моя теща, да, и ну, объяснял, каким образом она стала моей тещей, да, вот, в связи с этим фильмом, так что вот жалко очень, что такие артисты, большие артисты уходят, знаете, вот почти что никого не осталось, потому что вот совсем до Инны Макаровой ушел из жизни Ерван Манарян, тоже блистательный артист, режиссер. Ну, это сыгравший учителя французского языка, да? А ла мезон, да. Он, ну и до этого и отец мой, как Костанян, артист, который играл, и Чалуш Мириджанян ушли. В общем, остались я, Валя, наверное, и Армен Борисович Джигарханян, сырок мой дядя. А вот с Валей, актрисой Натальей Беспаловой, вы не виделись после всего этого? Я знаю, что у нее муж хоть и не русский, так же не русский, как и в фильме, но еврей по национальности. Вы знаете, честно говоря, не знаю, кто у нее муж, но мы с ней встречались, буквально вот была какая-то круглая дата, посвященная этому фильму, вот, и мы снимали сюжет, телевидение снимало, вернее, сюжет, я пришел к ней домой, и вот это все снимали с цветами, как, что, и потом была передача на Первый канал телевидения Армении, мы как раз вместе с Валей летали в Ереван, был жив тогда еще Нерсес Гидеонович Оганесян, режиссер этого фильма. Вот. И была такая большая передача на Первый канал Армении. Она была посвящена как раз вот этому фильму. Так что Валя, я не знаю, она была в Ереване до этого или нет, не помню. Да? Но вот как раз вот на эту передачу она приезжала. Вместе с ней мы летали в Ереван. И не на вертолете уже. Не на вертолете. Да. Такой вопрос, который, я думаю, сейчас заинтересует многих, потому что мне поступало очень много вопросов по сериалу «Магомаев», недавно прошедшему на одном из центральных телеканалов российских. Скажу честно, я не любитель сериалов, всему этому современному производственному киношному шеф-потребу, и я не смотрел этот сериал. Но те, кто смотрел, были удивлены тем, что имени Бабаджаняна там не было посвящено ни одной сценке. Хотя этот человек сыграл, ну, если не главнейшую, то важнейшую роль в жизни, в творчестве Муслима Магомаева. Скажите, смотрели вы ли вы этот сериал? И что вы думаете по этому поводу, что вашему отцу там не было места? Ну, знаете, я буквально, наверное, одну-две серии так вот мельком смотрел. Ну, честно говоря, с первых кадров мне уже стало понятно, что это, что будет дальше, да. И, наверное, даже хорошо, что Арнур Рутинович не играл в этом фильме. Я не думаю, что его присутствие как бы могло этот фильм, не знаю, приукрасить или что. Ну, просто я Муслима с детства, можно сказать, знаю, да, он приходил очень часто в наш дом, часто у нас бывал в гостях, и последние годы тоже вот мы с ним и по телефону общались. Вот. Ну, можно было, безусловно, лучше снять фильм о таком выдающемся, я считаю, человеке. Просто, ну, что-либо говорить, это дело кому-то нравится, кому не нравится. Я не люблю как бы вот какие-то вердикты, да, говорить, что
хороший он или плохой. Ну, фильм снят, значит, так надо было. Ну, что еще можно сказать? Ну, в принципе, ничего добавить не хочу. Ну, вы наверняка знаете, что эту ситуацию с Муслимом Магомаевым пытаются политизировать. Я не знаю, кому это на руку, но факт остается фактом. Ведь еще до самого этого сериала, как-то я на НТВ смотрел программу, посвященную Муслиму Магомаеву, где ведущий выронил такую фразу, что у Арно Бабаджаняна с Муслимом Магомаевым была ссора из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Честно говоря, мне стало смешно, хотя потому, что сам Арно Бабаджанян-то скончался задолго до того, что случилось в Нагорном Карабахе, и тут такое говорят. Я думаю, что вы часто с подобными вещами, разговорами сталкиваетесь. Вот как вы к этому относитесь? И могу еще напомнить одну ситуацию о концерте в Кремлевском дворце, посвященной опять же Муслиму Магомаеву, где была исполнена песня Арно Бабаджаняна, но не было в титрах его фамилии. Вот как вы думаете, кому это на руку? Ведь это делают не Тамара Синявская, это люди из стороны это все делают. Ну, знаете, комментировать, я думаю, излишне все это, да, действительно смешно, поскольку отец скончался в 83-м году, непонятно, это передача Митковой, по-моему, была, если я не ошибаюсь. Я намеренно не называть фамилию, да. Какие конфликты могли быть в то время, причем, ну, про отца я не говорю, а Муслим был очень интернациональный человек, он дружил, не обращая внимания на национальность. Знаете, вообще большие люди, великие артисты, они как бы вот это чуждо им понятие, там вот кто ты по национальности, там еще какие-то вот эти признаки, там цвет кожи или еще что-то. Ну, работал, дружил, у него и русские, и азербайджанцы, и евреи, грузины работали в коллективе, поэтому как бы он на это очень так смотрел. Хотя вместе с тем, я вот вспоминаю, это какой был год? 2006 год, по-моему, мы проводили концерт в Кремле, и до этого тоже. Вот мы каждые 5 лет проводим фестиваль, посвященный круглым датам отца. Я его приглашал неоднократно принять участие в этих концертах. И вот один раз он мне позвонил, после чего мне стало уже понятно, я уже не стал его как бы беспокоить. Он говорит, знаешь, позвонил мне по телефону, говорит, знаешь, я как отношусь к памяти твоих родителей. Вот, ну, сейчас, говорит, время такое, что, говорит, если я, говорит, приму ваше предложение, просто меня могут там не понять. Вот. И потом в 2006 году снимало российское телевидение фильм про отца, «Человек, победивший смерть». И режиссер фильма очень настаивал. Он хотел обязательно взять интервью у Муслима. Но я ему объяснил, вот такая ситуация. Человеку говорю, как оно неудобно, ему некомфортно что-либо говорить, потому что ну, так его неправильно поймут. Вот. Ну, вместе с тем, значит, я позвонил, у нас общий друг есть, поэт Анатолий Сергеевич Горохов, вот автор песен и «Королева красоты», и «Будь со мной», многих песен известных, популярных. И он как раз был у Муслима. И звонит мне, говорит, сейчас вот мы с Муслимом здесь, подожди, говорит, он хочет с тобой поговорить. Я, значит, он мне передает трубку, говорит, привет, я, говорит, хочу тебя поздравить, говорит, вот мой сайт вышел, говорит, там все песни, говорит, твоего отца. Вот. Я говорю, да, очень, очень приятно, спасибо. Я говорю, Муслим, вот такое есть пожелание, хотели снять, значит, тебя в этом фильме про папу. Он говорит, а что, говорит, я, говорит, с удовольствием, я, говорит, сейчас уже гражданин России, Российской Федерации. И даже он сказал, что пока в Азербайджане будет палатизация культуры, говорит, типа я, говорит, с ними как бы вот не вместе с ними, да, вот. Вот. И дал очень хорошее интервью, где как раз он говорил о дружбе, о творческой дружбе, о треугольнике Бабаджанян, Рождественский, Магомаев. Говорит, когда спрашивают, кто главный, говорит, это, говорит, как стороны, три равные стороны, составляющие вот этого треугольника, говорит, Арно нашел меня, я нашел Арно, мы нашли все вместе Роберта, и вот так продолжалась наша дружба. Так что, знаете, у меня, вот, честно говоря, о Муслиме самые светлые, самые теплые впечатления. Конечно, хорошо бы, если бы фильм был бы, ну, не знаю, может быть, где-то более, ну, это кино, да, это художник имеет право на эксперимент, да, на поэтому не хочу никого говорить, конечно. Да. Вы знаете, очень такой правильный термин он подобрал, Муслим Магомаев, палатизация культуры.
Я вот сам часто думаю о том, что при жизни Муслим Магомаев не был настолько популярен у себя в стране, я имею в виду в Азербайджане. Палат Бибилуглы на две головы выше там приветствовалось, как вот сейчас. И причем его имя все больше и больше вот политизируется, прям так и хотят мертвого уже человека вогнать в политику. Но да бог с ними. Скажите, а какая композиция отца вам ближе всего? Знаете, не могу сказать, потому что у вас очень много произведений и по жанрам, и классическая музыка, и эстрадная музыка, и балет, музыка для балета или спектакля, или киномузыка. Знаете, самое главное, вот у его творчества, это они очень мелодичные все произведения. То есть он был великий мелодист, безусловно. А в музыке, я считаю, мелодия – это основа всех основ. Потому что, поэтому сказать, какая из этих мелодий мне ближе всего, честно говоря, затрудняюсь. Надо просто, как-то, я не знаю, или... Просто многие многие почему-то знают Арну Бабаджаняна как эстрадника, да, эстрадного композитора. Мало кто знает, что он писал и классическую музыку тоже. Конечно, это героическая баллада, за которую фортепианный концерт, за который он был удостоен сталинской премии в 1951 году, да, там виолончельный концерт, который и Мстислав Леопольдович Ростропович исполнял, трио блистательное, которое они исполняли с Ойстрахом и Кнушевицким. Кстати, это было произведение, которое исполнялось на похоронах Иосифа Виссарионовича Сталина, фортепианное трио. Вот. А, знаете, вот по настроению, когда вот какая-то, вот бывает, да, там грустная какая-то, ну, состояние такое, приходит какая-то одна мелодия. Если ты веселишься там, да, какое-то торжество там, где-то ты находишься в компании, какая-то другая мелодия. Поэтому все очень как бы по настроению. Скажите, вот в январе 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Арну Бабаджаняна. Как будет отмечаться это событие, что готовится к памяти маэстро и в России, и в Армении? Ну и вообще на постсоветском пространстве, может быть. Вы знаете, мы уже приготовились, фонд памяти Арну Бабаджаняна, уже взяли даты, да, у нас Кремлевский дворец съезда в декабре, у нас уже есть число, будет большой эстрадный концерт. Почему в декабре? Мы хотим заранее как бы провести это мероприятие, чтобы его могли бы снять, и потом в день рождения его, чтобы показали по центральному телевидению. И то же самое у нас, значит, есть договоренность с Домом музыки, с филармоническим оркестром России. Значит, в сопровождении этого коллектива будет симфонический концерт в Московском доме музыки. Помимо этого, сейчас вот думаем насчет музея. Вот мы встречались с директором музыкального музея всероссийского, да, имени Глинки. И вот думаем... В Москве, да, думаем, вот какую-то экспозицию, посвященную Арну Рутюновичу, тоже вот открыть в стенах этого музея. Ну и очень много всяких вот идей у нас, там что-то получается, что-то не получается. Но я думаю, что во всех случаях должны достойно отметить вот столетие, потому что это бывает один раз, я не знаю, в 100 лет. Да. А по поводу вот музея Бабаджаняна в Ереване? Этот вопрос так и завис в воздухе. Я знаю, что он поднимался еще при старой власти, сейчас уже новая власть. Вот какова ситуация? Ну, знаете, это больная тема, да, прямо, когда начинаете мне об этом говорить, настроение сразу портится. Почему? Да, действительно, уже сколько, с 2001 года разговор идет, и, к сожалению, ничего в этом направлении не делается, хотя вот недавно я давал интервью, как раз вот по поводу этого вопроса тоже. Вы, наверное, читали, да, это интервью? Да, говорил. Да, я же почему и задал вам вопрос, да. Да, ну, знаете, ответы какие-то очень смешные, вот, которые мы писали и первым лицам государства, Министерства культуры Армении, да, ответы такие, что у них нету там возможности, но если семья как бы возьмет на себя какую-то часть участия, да, там финансовую, не знаю какую, то они готовы помочь консультативно. Ну, что такое консультативно, это только остается как бы вот разводить руками, непонятно, да. И после этого журналист, вот кто у меня брала это интервью, она обращалась с запросом министерства, да, они ответили, что да, конечно, мы будем делать, но ничего конкретного, знаете, почему? Потому что музей... Это в новое правительство обращались или в старое?
Новое, конечно, уже два года у нас или новое правительство. Да. Потому что если делается музей, это же нельзя так просто вот взять и там решить, и все, понеслось вперед. Должно быть решение, правильно, решение министерства, решение правительства, должен быть бюджет, должен быть план, там, штатное расписание. А вот к этому как-то они очень несерьезно относятся. Вот я приведу пример. Вот мы написали 6 месяцев, вот, ответа нету, да, просто. Написали новому министру культуры Российской Федерации, мы получили сразу же ответ, и она нас как раз направила вот в музей Глинки, мы встречались с руководством, с директором этого музея, и пришли как-то к общему знаменателю. А что касается Армении, такой большой вопросительный знак, ничего не хочу говорить, не хочу расстраивать ни себя, ни слушателей. А в квартире, где жил Бабаджанян в Ереване, квартира эта сейчас до сих пор принадлежит каким-то отдельным людям? Или все-таки есть какая-то вероятность, что именно из этой квартиры можно было бы сделать музей? Ну, вы знаете, у папы была квартира служебная, да, не служебная, но его квартира была в доме композиторов на улице Демирчана. Ну так, в советское время, знаете, да, должен быть кто-то был прописан. А поскольку мы жили в Москве, в этой квартире, где я сейчас с вами общаюсь, из этой квартиры, да, мы были все прописаны там, там никто прописан не был. Хотя эта квартира как бы ему принадлежала. После смерти отца Эдуард Михайлович Мирзоян, председатель Союза композиторов, значит, он у меня, значит, мы с ним встретились, и он говорит, знаешь, тут пишут письма, что вот Арно нету, квартира пустая, ну и как ты к этому относишься? Я говорю, ну как я отношусь? Ну, отношусь никак. Как я могу относиться, да? Вот. И, значит, эту квартиру отдали, я не знаю даже, кто, какой композитор там, значит, после этого жил. А вторая квартира, где бабушка с дедушкой жили, на проспекте, вначале он был Сталина, потом Ленина, сейчас проспект Местропа Маштоца, там то же самое, там кто-то должен был прописать, и прописан был быть. И там жил племянник моей бабушки, который за ней ухаживал. После ее смерти, значит, он там ответственный квартиросъемщик, и когда вот началось это смутное время в 90-е годы, да, он, не знаю, по каким обстоятельствам, меня не предупредил и квартиру продал. Собственно говоря, так эта квартира ушла. Этот случай, когда мы проводили фестиваль в 2001 году, Папин, посвященный юбилею, я пригласил Йосифа Давыдовича Кобзона, значит, он прилетел, несмотря на то, что он буквально вот за какое-то время до этого находился буквально при смерти, он получил сильную инфекцию, и уже мы думали, что он не прилетит, но он прилетел, мы его встретили, и, значит, первым делом я говорю, Йосиф, куда поедем, на репетицию, в гостиницу? Йосиф говорит, нет, говорит, поехали к Арно на кладбище, хочу поклониться его могиле. Значит, мы взяли цветы, приехали. И когда на обратном пути возвращались, я приезжаю мимо нашего дома, я вот рассказал эту историю. И знаете, совершенно неожиданно во время концерта вечером, значит, он обратился со сцены к президенту Армении, говорит, что я готов приобрести эту квартиру, Арно, вы организуйте, пожалуйста, там музей. Вот. Ну, не знаю, люди, может быть, владельцы, кто там сейчас живет, услышали, что Кобзон собирается покупать квартиры. Да. То есть, когда уже директор нашего фонда с ними пытался вести какие-то переговоры, они такую цену обозначили, что, наверное, проще было купить где-то в Швейцарии или в Майами квартиры. То есть, на этот вопрос тоже как бы был исчерпан. Но сейчас вот директор нашего фонда, Манасян, в Ереване, он предложил организовать музей в малом зале филармонии, который носит имя Арно Бабаджаняна, и где мы часто проводим концерты, где сам отец выступал очень часто в этом зале. Мы даже вот два года тому назад проводили день рождения в Москве, 21 числа, и к этой дате, значит, мы в посольстве Республики Армении подготовили такую экспозицию, где были собраны личные вещи, картины, фотографии, ну, очень такая интересная, очень хороший вечер был, и еще мы заказали восковую фигуру Арно Рутюновича за роялем, значит, привели, поставили все это в посольстве, с тем, чтобы все это передать в дальнейшем, значит, как раз вот музею, который, значит, мы планировали открыть в Армении.
Даже я больше скажу, что приезжал сюда предыдущий председатель парламента Армении Араб Баблоян, и, значит, он предложил провести выставку у них в национальном собрании Армении тоже. Да, в 18 году мы повезли эту выставку, она тоже там прошла с большим успехом. Ну, после этого, вот, к сожалению, вот какая-то непонятная пауза, хотя очень большую поддержку нам оказывает посольство республики, лично господин Таганян, посол, чрезвычайно полномочный посол Армении в России. Вот мы проводили и дни рождения Арнура Рутиновича, сейчас вот тоже мы встречались, вот он как вот собрал такое небольшое совещание с тем, что, значит, как мы будем отмечать юбилей Арнура Рутиновича. Ну, в России я имею в виду. Вот. Ну, в Ереване тоже должны пройти мероприятия, да? Ну, знаете, насчет этого ничего не могу сказать. Почему? Потому что, ну, если проводят в Армении, значит, должно быть какое-то решение, должен быть оргкомитет, наверное. У нас здесь, например, оргкомитет уже есть, да, кто будет проводить это. Там все это непонятно. То ли это в связи с коронавирусом или еще с чем-то. Но пока тишина. Ничего не хочу говорить. Может быть, все это поменяется, но на сегодняшний день такая ситуация. Ну, я надеюсь, нас услышат и как-то хоть кто-то откликнется и действительно расставит точки над «и», потому что эти 10 месяцев пролетят, а учитывая, что нужно заранее готовиться, то я думаю, конечно, это уже нужно делать практически уже здесь и сейчас. Да. Тот же музей, его, если нет решения, нет бюджета, его за неделю не сделаешь, правильно? А у них папа день рождения 21 января. Значит, финансовый год заканчивается, новый начинается. Начинают все работать, если я не ошибаюсь, только с 15 января. Да? Ну, за 6 дней организовать музей без решения, без всего прочего просто невозможно. Так что, вот, скорее всего, ну, не хочу говорить, будем немножко оптимистами. Ну, еще да, и под этот музей, насколько я понимаю, же нужно помещение найти. Если не те квартиры, одна из тех квартир, то нужно какое-то помещение. Вот есть малый зал филармонии, вот, говоря с директором, он как бы согласен был выделить помещение, чтобы там разместить как раз вот коллекцию этого музея. Малый зал. Если бы в Ереване не были, это прямо в центре, это на улице Абубяна, старое здание. Да. Вот, а мало еще кто знает, что не было бы Арно Бабаджаняна, не было бы Бедроса Киркорова и Филиппа Киркорова. Я хочу просто напомнить, что именно Арно Бабаджанян впервые услышал Бедроса Киркорова в Болгарии, пригласил его в Россию, и тут далее появился уже Филипп Киркоров. Это правда? Да, ну, Бедрос был бы, почему? Потому что он родился уже в 30 каком-то году, в 33-м, я не хочу вас сейчас обманывать. Я имею в виду, были бы они популярными здесь, в России. Это да, папа с мамой, они отдыхали в Болгарии на солнечных песках, да, или как это называется. Да. И в доме дружбы там пел молодой парень, значит, вот это был Бедрос. Вот. И папа говорит, слушай, у тебя хороший голос, давай, говорит, это самое... Что нужно, я помогу, приезжай, учиться тебе надо. Вот. А он чисто самодеятельный певец был, голос хороший, у него данный очень симпатичный, красивый. Вот. И Бедрос приехал в Москву, плюс и учился. Армянин. Да, плюс армянин, приехал в Москву, учился. И он всегда это помнит, вспоминает об этом всегда. И мама ему преподавала, и концертировали они. Она, ну, аккомпанировала ему. Ну, можно сказать, целый день он у нас дома находился. Очень теплый, очень хороший человек. Потом он встретил Вику, свою, значит, супругу, тоже прекрасная женщина, царство небесное. К сожалению, ее уже долгие годы, многие годы нету ее с нами. Вот. Потом родился Филипп, и вот, да, можно сказать, что действительно вот мои родители, они какое-то участие приложили, что Бедрос оказался в России. Я вот не зря не вспомнил, каковы у вас сейчас отношения вот с семьей Киркоров? Самые нормальные, самые теплые. Ну и наверняка хотели бы, наверное, многие мои зрители и читатели узнать, как так получилось, раз у вас теплые отношения, что у папы армянина родился сын болгарин.
Ну, знаете, комментировать это очень сложно. Я вот больше общаюсь с Бедросом, да, у Филиппа большая концертная деятельность, как бы вот я на концертах только вот, когда мы его приглашаем, он принимает всегда и очень хорошо исполняет песни Арнора Арутюновича. Это у него как бы по наследству, наверное, да. Вот, например, вот он поет песню «Верни мне музыку», я могу сказать, что это одно из самых лучших исполнений, да, которое я вот, мне довелось слышать. Вот, так что, ну, не хочу тоже это комментировать, как бы, ну, кто какой на национальности. Чужая семья Потемки. Да, конечно. Да. Хорошо, спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Я вам хочу пожелать, чтобы все вот эти вот проблемы, да что вам, нам всем, хотелось бы пожелать, чтобы вот все вот эти вот проблемы все-таки утряслись, и музей бы в Армении был бы, потому что на исторической родине не быть музею, это неправильно. Все-таки это историческая родина, и если что-то там об Арно Бабаджаняне напоминало бы, то музей это первое, что нужно было бы, с чего начинать. А потом уже все остальное. А вы знаете, самое главное, я считаю, что человек жив, пока о нем помнят, да, тем более творческий человек. Пока звучит эта музыка, она очень востребована в последнее время. Очень часто многие исполнители и классической музыки, и эстрадной музыки, они обращаются к творческому наследию Арно Арутюновича. Даже вот у нас тут сейчас такой небольшой секрет, я вам раскрою. Мы сейчас работаем над созданием балета на музыку Арно Бабаджаняна. В этом нам помогает Мариинский театр. Мы с Валерием Александровичем Гергиевым встречались, эту идею с ним поделились. И вот сейчас как раз у нас вот такие идут предварительные работы. Там работа с музыкой, подбор материала музыкального. С тем, чтобы Арно Арутюнович в свое время написал по просьбе Майи Плисецкой, написал такое произведение, называлось «Звездный дуэт». Это такое ПДД, да, и оно было поставлено в свое время, и в Германии его танцевали, и здесь, в России. И вот на основе вот этого, его была мечта вообще написать балет, но, к сожалению, не успел он по ряду причин, и вот сейчас вот мы как раз вот пытаемся эту его мечту воплотить в жизнь. И еще вторая идея есть тоже создание на основе музыки, ну, уже эстрадного творчества, создать такой мюзикл. Ну, мюзикл, музыкальный спектакль, можно по-разному это называть, где звучали бы, да, вот в драматическом произведении, в сценическом, звучали бы песни Арно, мелодии Арно Арутюновича. Тоже такая идея, такая задумка, вот сейчас мы пытаемся это осуществить. А премьера всего этого, если я правильно понимаю, будет вот в январе будущего года. Да. Стараемся к столетию, если успеем, нет, ну, что делать, можно и после столетия тоже к этой теме вернуться обязательно. Спасибо большое, Потом, вот, дай бог, если с коронавирусом все нормально, у нас 16 числа предстоит концерт в Германии, в Берлине, значит, пригласили нас, значит, принять участие в концерты, посвященные Арно Арутюновичу. Еще несколько есть мест, да, вот, ну, дай бог, чтобы вот это побыстрее закончилось, эпидемия, чтобы можно было все это достойно провести. Спасибо вам. Спасибо вам.